Поехали. Всем привет. Сегодня была такая ситуация. Сначала отменили акцию по посадке деревьев, но закончился дождь, и мы на танке едем за военную технику. Все-таки мы от группы посадим, потому что такие люди, которые сказали, значит, сделают. Никакая погода нам никогда не вредит, да, Серега? Конечно. Вот. Поэтому мы едем. Давай.